Это совместная инициатива регионального отделения Российского детского фонда и «Молодой гвардии». В рамках проекта «Соседи» запланированы тренинги, познавательные акции, юридические консультации и праздничные мероприятия. Не просто такой форум, какой-то акция, а это будет долговременный проект. И наши семьи здесь у нас на наших мероприятиях найдут наставников для себя, для своей семьи. Я сирота, получила квартиру от государства уже 2 года назад и проживаю в этой квартире. Помощь-то есть. Сегодня прошла первая встреча. Пока с детьми играли волонтеры, с родителями обсуждали возможности и виды необходимой поддержки. Предполагается, что в дальнейшем семьи выпускников детских домов и школ-интернатов будут решать наболевшие проблемы вместе с наставниками.